Презентую нового своего персонажа. 86 уровень. Ну, как видно, по сетапу это спектромансерша. Ну, не знаю даже, что много говорить, но это просто имба. Вот, типа, даже по сравнению с СРСом, да. Я своего прошлого персонажа рипнул на 86 левеле СРСа. И вот сейчас у меня 86 уровень. Девочка с 4 спектрами, ну типа, она супер мощная, даже это пятилинк, у меня просто пятилинка, да, и при том в пятилинке она, ну, супер жесткая все равно. Ботинки и броня, то есть броня 75 хаосов, не считая линкования, ботинки 2 и все, то есть 77 хаосов стоит, грубо говоря, билд. Все остальное, ну это типа не супер важно. Вот это мне дропнулось, вот это мне тоже дропнулось, то есть. Ну, все остальное такое. Вот эти ботинки очень часто дропаются. То есть, возможно, эти два хаоса не придется тратить. Ну, то есть, очень жесткие. Ну, короче, я очень им доволен. Вот у меня уник-карта выпала. Майлштурм оф хаоса, Толмап. Да, я перешел на английскую версию PoE, потому что, ну, неиграбельно, не знаю. Я не могу торговать в русской версии, не могу. Некоторые айтемы найти на PoE трейде очень сложно. Ну, короче... перешел просто на английскую версию. У меня Hall of Grandmasters есть, который я, конечно, не пойду проходить. Ну, типа, очень риповая карта. Ее вообще, по сути, на хардкоре не делают. Ну, гоу. Вот, кстати, сейчас покажу. Вот она, тир 6 карт. Проклятия накладывают мобы. Отражают проклятие. Ну, я Temporal Chains просто снял. Замороженная земля есть. Спектры у меня с тира 8. То есть в этих спектрах имеет значение, какого они уровня. Огромное. Вот это с тира 8 спектр. В пятилинке их 4. Вроде бы можно и 5 сделать. Еще больше, но по сути в этом нет смысла. Никогда эту карту не проходил. Так что... City Square Map. Наконец-то она выпала. А, я ее же уже проходил, точно. С дропом карт плохо. У меня многие карты не выпадали. Пришлось покупать. Можно рецепт на хаосы, кстати, делать. Но я особо не заморачивался. Ну, типа, желтые шмотки. Просто желтый сет. Продаешь и получаешь там хаос. Неопознанный 2 хаоса, опознанный 1 хаос. Ну, абисы, я уже говорил, они мне не очень нравятся. На самом деле. Не вижу особой... Опана. Не вижу особой профитности в абисах, если честно. Ну, при том, они очень жесткие. Реально. Далеко не всегда что-то полезное выпадает вот из этих ящичков. Ну, лича я убил недавно. Ну, правда, там перчатки вот эти новые выпали. Сабис с гнездом. Лича, кстати, убивает спектромансерши. Заметьте, у меня 5 линк, не 6. Я еще 6 не линковал пока. Надо будет. Ну, типа имба просто, не знаю. Один из самых любимых билдов теперь. Реально. Я даже не знаю, почему я раньше этим не играл. Но она очень жесткая, очень сильная. Жирность мою видите. У меня шанс блока 43%. Я еще уберлабу не прошел, типа он не выучил вот это, чтобы подношения на меня действовали. Когда подношения будут на меня действовать, то еще жестче будет. Ау, где мобы? А, вот они. Ну, ясно, что обязательно надо в подношениях выучить тот момент баф. Баф спектр. Я после третьей лабы
перед тем, как на карты идти, я выполнил третью лабу. И вот, вот, короче. Я выполнил третью лабу и перешел в спектр. Постойте, дайте я карту. Портал поставлю на всякий случай. А то мало ли. Ну, видите, какой дамаг улетает. Ни разу еще не проходил коррапченных карт, вроде бы. Коррапченный босс, кстати. Ну, это по типу первого акта сделано. Видите, даже квесты с первого акта. Зомби я не поднимаю, потому что они дохнут быстро. Ну алё, умри уж. Изи. Изи, изи, изи. У меня офигенные выпали вот этот клоу, короче, 15% к шансу блока. Офигенно. Экспы пока мало, потому что я доделываю, ну, слабенькие карты. Потому экспы пока мало идет. Я даже на тир 9 не заходил еще, хотя у меня уже 86-й. Я пока доделывал атлас просто. Атлас, короче, корявый получился, если честно. Ну вот. Хожу, доделываю. Опа-на! Это, короче, коробка Divines, с которой выпадают карточки. Типа, это очень круто. Черт. Как мне ее проклацать, чтобы не открыть? Блять, офигеть. Что там? 8 дополнительных айтемов. Нормально. И подрывает трупы. Изи. Нормально. Еще и сильверкоины. В смысле? А, да, реально. Не, карты я все подбираю. Карты я все подбираю. Сори. Квесты Заны делаю. Я постоянно, да, когда в игру вхожу, иду квесты Заны первым делом делать. По-моему, вот этот шлемак неплохой. Надо будет посмотреть. Купил я вкладки по распродаже для мап, для карточек и для сушек. Ну, это я так называю сушки. Карточки. Ну, для валюты у меня давно уже. Карточки. Окей. Кстати, мне с карточек выпала вот эта вот уникальная карта. С карточек выпало, если чё. Больше 50 монстров. Реально некоторые карты очень, ну, очень редко выпадают. Даже обычные желтые карты редко выпадают. Да, даже белые карты редко встречаются и приходится их покупать. Конечно, на SSF было бы сложнее играть в этом плане. Хорошая карта, прямо линейная достаточно. Ну и типа нормальная для прохождения просто. Ой. Тотем провоцирующий у меня стоит, да.
31 монстр остался. Отлично, 6 мобов. Вот это, кстати, крутой щит. Колоссал Тауэр Шилд. Он, как и этот, хорошо подходит под спектромансершу. Гоу заберем его. 3 обрывка памяти пока я получил. В смысле? А. 3 обрывка... Лол, он реально огромный. 3 обрывка памяти получил пока. Вот я, бич и дезерт. Правда, я ступил с дезертом, как мне кажется. Что-то хреновая карта какая-то. Я просто не супер хорошо в мапах разбираюсь, к сожалению. Опа-на, у меня завоид есть. Хотите, я завоид открою? Опа-на. Минус один к френзи чарджам. Круто. Это круто. Ладно. 1112 армора. Но это неплохо, типа. Плюс 3 ко всем макс резистам. Мне кажется, что я реально хочу вот этот щит одеть. Но вроде как я по резистам просяду без него. Без вот этого. Ну, хотя резист это не проблема. Нормально, тут шанс блока. Очень сильный. Ладно, как-то так, сейчас будем думать.